Итак, 8 утра. Поздравляю всех с праздником. День России. Ой, я сейчас лопну. Так. Так, я отвлеклась. Да, я не люблю Кристин. Зачем старого человека снимать? Зачем? Так что всем доброе утро, хорошего дня и с праздником! С праздником вас сегодня! So many heartaches, so many faces, so many dirty things. You couldn't even believe I would stand in line for this. It's always good in life for this. Что же вы вчера не сделали это?
смотрю, что происходит. Успеем добежать? Нет, очки снимаю. Сейчас бежим. Башня. Что происходит? Башня? Сейчас вы нас... Не видно. Крепкая. А, значит, здесь тоже крепко. Там нету перил. Хорошо. Значит, звоним 02. Так. Я вас спрашиваю, вы кто такой? Вы вышли из башни? Из башни вышли. Кто вы такой? Что вы там пилили наверху? Наверху? Ну и в МЧС уже позвонили соседи. Просто побоялись выйти. Ну, хорошо. Для вас, видимо, хорошо. Ты говоришь, уйдешь? Вот смотрите, вот там наверху, я была здесь, там наверху вот эта лестница перила есть, а вторая лестница перила есть крепкие, я там была, я лазила там. А выше уже без перил, и я не знаю, крепкая она или нет, но сегодня там буквально, когда я вот позвонила, вызвала, сколько вы ехали? Ну, вот. Спрашивают, что на видео. Пойдемте посмотрим. А собственник в этой башне-то есть? Собственник. Она заброшена уже. Собственник мне сказали, что больница. По крайней мере, сказала бабушка, которая кормит там кошек, котят. Она их кормит года два, наверное, уже. Поэтому, ну, пойдемте посмотрим. У меня есть и видео в башне сверху. Как она? То есть можно подняться. Пойдемте посмотрим. А вы считаете, что звонок в полицию о том, что в башне срезают что-то там, это не является поводом задуматься, что она может рухнуть, кого-то убить или еще что-то? А кто позвонил? Я старший. Старший? Скировская. Хорошо, то есть вы меня снимаете, я вас снимаю. Я снимаю. Хорошо, значит, смотрите, если я нахожу этот файл, скажите, куда его прислать. Вы, преступники? В полицию просто придете с файлом, где будет видно, вы понимаете, что вы показали мне просто внутренность башни и звук. Я понимаю, я же сам заглянул в эту башню также. Вас даже на видео не видно, ни человека. Я понимаю. Вы сделали вызов, я приехал, правильно? Ну, правильно. Я же проверил на данный уровень. Хорошо. Хорошо, я поняла. Вот так работает полиция. Ну что тут скажешь? Yeah.
Я не понимаю, пока я думаю, это огромное.